Медиагруппа «Авангард» представляет. На самом деле тематика вообще информационных взаимодействий самых разных, она старая. То есть разных подходов к обмену информацией было очень много. Многие из них были в том числе инициативные. Телеком-операторы обменивались информацией по тому, какие мошеннические номера присутствуют, и сейчас продолжают этим заниматься. В рамках банковской отрасли еще до создания Финсерта существовал клуб «Антидроп». Кто работал в банк в то время, наверное, знает. Да, это обмен, в первую очередь, информацией про карточки, но в том числе там возникали вполне технические индикаторы. Ну и на самом деле в международном сообществе тоже разные комьюнити существуют. Бывают серты, которые являются государственными, обязательными для работы. Бывают серты некоммерческие, First. Аналогичная структура существует в азиатском регионе. Ну и, наверное, важно, что когда в России начала создаваться госсобка, ну и, собственно, появилось первое описание, наверное, в этом месте для многих осталось вопросом о роли, задачах и целях, которые госсобка должна преследовать в рамках своей деятельности. Ну и, собственно, вопросы в этом месте касаются... связаны понятно с чем. Госсобка создавалась как государственный центр, но государственный не как серт при государстве, а серт должен объединить всю страну для обмена информацией. И роль в этом месте головного центра в лице НКЦКИ тоже для многих оставалась вопросом, и каждый ее воспринимает несколько по-своему. Наверное, про это хочется задать первый вопрос. Как вы вообще взаимодействуете с госсобкой? А пока мы начнем обсуждать, что такое НКЦКИ, что такое госсобка для нас. Первое слово хотел бы дать Сергею Карелову, собственно, от НКЦКИ, их видение на текущее взаимодействие, их видение на текущую проблематику госсобки. Добрый день. С точки зрения взаимодействовать или быть частью, почему, я немножко скажу, да, почему родилась идея провести вот эту вот дискуссию, вовлечь ее таким вот образом, в том числе всех присутствующих, через опрос. Потому что в законе, в 187-м, у нас написано, существует фраза «направлять информацию в госсобка», да, обязаны субъекты КИИ. Вместе с тем, в этом же законе почему-то в дальнейшем многие пропускают основную ключевую мысль, что относится вообще к силам и средствам госсобка, где указано о том, что к ним относятся, собственно, те самые подразделения каждого из субъекта КИИ. Ну, а если говорить о госсобке в целом, о том, что такое эта система из себя представляет, об этом 2 года назад я пытался донести информацию до нашего сообщества субъектов госсобка, что госсобка она не только для КИИ, госсобка она для всех, собственно, владельцев информационных ресурсов в целом. Поэтому мы и в ходе этой дискуссии хотим донести информацию о том, что есть система и что все мы часть одной вот этой вот системы. Единой, целой, государственной системы обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак. Если говорить сейчас о состоянии этой системы с точки зрения наполнения ее элементов, то в настоящий момент это порядка там, больше уже, чем 2300 участников этой системы. Ну, в основном это в подавляющем своем большинстве, это, безусловно, субъекты КИИ. Те, кто заявился по факту о том, что он является субъектом КИИ, кто заявил о том, что у него есть объекты КИИ, кто-то уже откатегорировал их и проводит работу. Но, к сожалению, с точки зрения наполнения жизнью вот этой системы, да, взаимодействия, обмена информацией, работы по данным направлениям, по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак, ситуация в настоящий момент хоть и имеет положительную динамику, но оставляет пока еще с нашей точки зрения желать лучшего. То есть если больше чем 2300 субъектов, то вопрос вовлеченного в активную работу у нас это несколько десятков, к сожалению. Несколько десятков ее активных участников, которые действительно являются ее элементами, которые принимают информацию, понятно, все, но те, кто направляет эту информацию в систему, тот, кто обогащает эту систему своей личной информацией, информацией, получаемой, порождаемой от своих процессов. Если говорить о работе НКЦКИ в целом, то в этом году это уже порядка там 500 бюллетеней, которые мы направили всем участникам системы.
о более чем 1200 уязвимостях. Это и самостоятельное наше инициативное выявление инцидентов на объектах, принадлежащим участникам. Это больше 10 инцидентов, которые мы выявили и помогли устранить, о которых в принципе не знали участники системы. Это более 50 тысяч, не более, около порядка 50 тысяч информации, сообщений, которые мы направили зарубежным партнерам о прекращении вредоносной активности из информационного пространства там, соответствующих стран вредоносной активности. Ну и фактически отработано порядка 1000 запросов иностранных партнеров в отношении вредоносной активности информационных ресурсов на территории Российской Федерации. Отработано, это значит полностью устранено. Вкратце для начала. Да, Сергей, спасибо. Тогда хочется, наверное, вовлечь остальных в дискуссию. Что для каждого из вас является госсобка? Алексей Новиков, может, попрошу тебя, ты был частью системы в прямом смысле слова, сейчас ты являешься частью госсобки из другой компании. Что для тебя участие в госсобке, для чего ты подключался, какие задачи ты пытаешься для себя решить? День добрый, коллеги. На самом деле, действительно, взаимодействие и в вопросах обеспечения информационной безопасности очень важно. Лично для меня есть несколько аспектов. Аспект номер один. Мы очень часто проводим расследование инцидентов, и в рамках расследования этих инцидентов мы понимаем о том, что инцидент значительно более масштабный, глобальный, а самое главное, он затрагивает колоссальное количество участников, так или иначе, нашего российского информационного пространства. И именно взаимодействие, когда мы выявляем подобные ситуации с НКЦКИ, участие в информационном обмене, оно позволяет сделать и выстроить правильные процессы с точки зрения реагирования. Потому что в большинстве случаев, я думаю, для всех не секрет, то, что все мы так или иначе информационно связаны. А учитывая, как злоумышленники на текущий момент активно участвуют, вернее, применяют такие техники, как supply chain, trusted relationships, реагировать и предотвращать инциденты в рамках одной организации зачастую возможно только тогда, когда точно так же отреагировали еще в 5, в 10, в 15 организациях, и причем одновременно и одинаково эффективно. И тут именно колоссальная роль именно взаимодействия в рамках НКЦКИ, что через НКЦКИ выстраиваются вот подобные связи, которые позволяют эффективно бороться в результате с инцидентами в самих компаниях. При этом немаловажный фактор, что это ну, там, конфиденциально, адресно, ну и все быстрее и быстрее. Да, Леш, спасибо. Алексей Мартынцев, может, попрошу тебя. Вы компания все-таки внутренняя, там Алексей и я представляем компании коммерческие, которые имеют разные интересы взаимодействия. Для чего вот вам, как Норникелю, полезно обмениваться с госсобкой больше, чем это требуется, ну, там, согласно нормативным документам. Вот в чем для вас это взаимодействие? Ну, начну отвечать на вопрос не совсем прямо. Расскажу про Норникель. У нас больше 60 юридических лиц, разные виды деятельности. И вот только 11 – это юридические лица, где есть значимые объекты такие. То есть формально мы можем по ним отработать, подключиться к госсобке и забыть эту историю. Но мы выбрали для себя другой путь и уже с 2018 года начали активно взаимодействовать с коллегами. С 2019 года подписали соглашение, где добровольно взяли на себя обязательства по всем нашим юридическим лицам выступать в качестве корпоративного центра. И на самом деле мы это делаем не для того, чтобы выполнить формально для галочки законодательства, как я сказал, это 20% покрытия всех юридических лиц позволит выполнить законодательство. Мы же выбрали путь пойти по полной программе для того, чтобы повысить прежде всего уровень защищенности наших активов. Как? НКЦКИ и госсобка, в частности, для нас это прежде всего источник для дополнительной информации. Коллеги регулярно оповещают о возможных атаках, индикаторах компрометации. Помимо этого, коллеги обладают все-таки гораздо большим углом обзора. Если мы можем судить только о нашей компании и о тех атаках, о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся, то у коллег целый рынок перед глазами, и коллеги обладают, конечно же, более широкой компетенцией и очень часто могут нам подсказывать те моменты, которые мы сами не видим в силу ограниченности ресурсов.
Помимо этого, коллеги, конечно же, оказывают и в помощи в реагировании инцидентов. Если сегодня будет возможность, чуть позже расскажу про то, что у нас есть реальные кейсы, где мы обращаемся за помощью к коллегам для того, чтобы они определенные сделали манипуляции для того, чтобы минимизировать возможные кибератаки и риск компрометации наших партнеров. Ну и напоследок важно отметить, что, на мой взгляд, ГУСОПКА – это не только реагирование, не только выявление. ГУСОПКА – это также и подготовка к будущим инцидентам, в частности, проведение киберучений. И вот мы тоже в этих киберучениях участвуем. Я считаю, что они помогают не только нам оттачивать нашу экспертизу, но и налаживать правильные коммуникации с регуляторами. И, на мой взгляд, это основные плюсы ГУСОПКИ. Спасибо. Алексей, что в этом месте стимулирует отдавать данные? То есть не получать? Понятно, что есть база знаний, из которой можно черпать. Но вот многие же посмотрят к этой ситуации очень однобоко. Мы информацию получаем. Спасибо за то, что она к нам пришла, но зачем мы будем делиться своими историями, своими инцидентами? Тем более, такая корпоративная структура – это такая, ну там, ситуация достаточно сложная с точки зрения передачи информации. Вот как у вас вопрос решился? Ну, мы на самом деле делимся информацией, и тут важно понять, что, во-первых, есть обязательства по законодательству, и, конечно, мы его выполняем. Во-вторых, мы считаем, что очень часто подключать коллег на ранней стадии гораздо полезнее, чем уже пытаться потушить пожар, поэтому мы делимся информацией достаточно рано. Помимо этого, у нас есть организация безопасности информации в промышленности, БИП-клуб, который мы создали. И мы также в рамках БИП-клуба уже делимся этой информацией с участниками сообщества. Как правило, это промышленные организации, похожие на Норникель. Поэтому мы стараемся обмениваться не только информацией с регуляторами, но и между собой с крупными игроками рынка. Да, спасибо. Владимир, к тебе, наверное, вопрос. Там знаю, что ваш обмен с НКЦКИ очень активный. Действительно, вы делаете шаг навстречу в плане не только нормативного подхода, но вот опять же для чего? И там, как-то, если можешь поделиться особенностями обмена, то было бы здорово. Да, добрый день, коллеги. По моему мнению, чтобы до конца понять, так сказать, мотивацию к этому обмену, грубо говоря, нужно это прочувствовать. То есть изначально, когда создавался наш корпоративный центр, мы тоже подходили к этому процессу больше как к обязанности регуляторной, но затем, поработав с коллегами, мы поняли, что не только получая информацию и используя и проверяя индикаторы и другие сведения у себя на инфраструктуре, но и делясь как бы информацией в отрасль, которая где-то менее обладает ресурсами, которые есть у нас, где-то, может быть, недостаточно имеет оперативную возможность на коммуникацию, здесь, отдавая то, что, грубо говоря, не жалко, мы можем прослеживать, так скажем, прикладной эффект. То есть мы что-то увидели, направили это коллегам, через там, час-другой мы уже видим бюллетень, который пошел по всей отрасли, и наверняка он точно кому-то поможет, у кого, может быть, нету, так скажем, банально СЗИ, нету времени среагировать, то есть какой-то дополнительный стимул, который кажется с нашей стороны достаточно незначительным, потому что все мероприятия уже проведены, все разобрано, но может иметь серьезный, ну, качественный эффект на отрасли. Немножечко прокомментирую, Владимир. Вот Алексей сказал, у коллег кругозор пошире. Да, кругозор пошире, компетенции есть определенные, специалисты, все это безусловно. Но кругозор зашире получается вот в том числе за счет того, что мы получаем эту информацию. То есть мы начинаем видеть только потому, что этой информацией начинают делиться другие. И за счет этой информации мы действительно видим, что где-то что-то у кого-то там происходит. Мы это даем, соответственно, тем участникам, о которых мы знаем. То есть расширение кругозора происходит не только за счет наращивания нашей своей собственной внутренней компетенции. Увеличение кругозора происходит за счет всех участников, именно полноценных участников этой системы. А мы в том числе являемся той самой точкой агрегации, которая позволяет другим воспользоваться вот этим вот кругозором на самом деле. Да, спасибо, Сергей. Я немножко опытом еще поделюсь. У нас еще, наверное, до того, как мы подключились к ГУСОПКИ, мы коммерческий ИП, у нас много заказчиков, мы почувствовали первое ощущение такого коллективного иммунитета в рамках банков. Было это примерно в 2014 году. Тогда банковская отрасль была, ну как-то, да и сейчас,
банковские атаки все-таки более-менее типизированы. Это cybercrime, это одинаковые рассылки, группировки RTM, Silence, меняются из года в год. Но так или иначе, все время почти всегда это атака на сектор. И у нас появилась первая пара заказчиков, которые тогда купили по тем временам еще очень дорогую новомодную систему песочницы. И эти вот самые первые, эти рассылки начали эти песочницы ловить. А дальше это же очень простая техническая история. Если ты видишь индикаторы компрометации, если видишь вирусное письмо, найти признаки такой же атаки на соседний банк и их ликвидировать, это не требует от тебя какой-то новомодной системы. Ты просто берешь почтовые адреса, проверяешь отступки к центру управления. И в итоге первые наши клиенты, которые стали покупать себе песочницы, в общем-то, давали коллективный иммунитет всем заказчикам, которые использовали наши сервисы. И в дальнейшем эта экосистема начала развиваться, но там в Финсерте, наверное, вы видели то же самое. Первый банк, поймавший атаку, отдавает информацию в Финсерт, после чего она расходится дальше. То же самое происходит в рамках госсобки. Поэтому, конечно, ну, для меня, в первую очередь, такая история касается, наверное, формирования действительно коллективного иммунитета. Ну, про плюсы для участников, наверное, мы коротко поговорили. Не знаю, есть у нас итоги опроса. Ну, статистика, в общем, подтверждает слова Сергея. Больше половины относится к ситуации максимально формально, но процент 17,6, который стремятся к обогащению, кажется выше, чем тот, который звучал. Наверное, это говорит о том, что люди, пришедшие на сок-форум, относятся к людям неравнодушным и все-таки обмениваются госсобкой больше, чем все остальные. Ну, нам есть о чем задуматься, да, но не нам лично, я бы сказал, а нам всем вместе есть о чем задуматься. Я, наверное, чуть впоследствии сейчас соберусь немножко с мыслями и попытаюсь акцентировать внимание, да, почему пункт А с точки зрения деятельности, с точки зрения вот процессов по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий, он неприемлем. Я думаю, мы придем к этому. Да. И мне кажется, люди слегка испугались и начали доголосовывать за пункт А от того, что мы разошлись с официальной статистикой НКЦКИ, и сейчас цифры начнут падать. Ну ладно, это шутка. Давайте там, тем не менее, поразбираем. Знаете, полезность информационных обменов есть разная. Есть кейсы не самые очевидные. Наверное, хотелось бы сейчас про них поговорить. Ну, информация по инцидентам, индикаторам, она очень понятна и просто как применима. Мы видим вредоносное ПО, и, наверное, каждый безопасник, присутствующий в зале, понимает, что с ним сделать. Какие, куда индикаторы нужно загрузить, как проверить свою инфраструктуру, как эту информацию обработать. Но есть кейсы гораздо более интересные. Вот, например, в рамках своей работы мы какое-то время назад развернули сеть ханипотов по территории России, их около 3000 штук. И казалось бы, для чего мы это можем использовать? Ну, истории разные. Понятно, что ханипот — это система, которая взламывается, там появляется вредоносное ПО, его можно разобрать. Но гораздо больше интереса это место представляли даже не само вредоносное ПО, оно достаточно базовое, а откуда пытаются взломать эти самые ханипоты. Когда мы стали смотреть на эту самую статистику, во-первых, мы увидели очень много компаний на территории, как-то IP на территории России, откуда эти атаки осуществляются. Начинаешь разбираться глубже, понятно, что 80% это зараженные микротики, домашние, роутеры и так далее, но местами возникают вполне конкретные IP-адреса, касающиеся немаленьких компаний. О чем это говорит? Что внутри компании сидит ботнет, и он используется не для того, чтобы ломать саму компанию, а вот по принципу, ну, хоть шерсть и клок, а использовать для атаки для других компаний. И таких кейсов, на самом деле, в публичном поле тоже хватало. Были истории, когда одна из организаций попала в заголовки прессы, потому что с ее взломанных почтовых серверов осуществлялись фишинговые рассылки по другим компаниям. И вот хочется ли, и вот эта информация тоже крайне полезна для работы. Хочется, наверное, поспрашивать коллег, в первую очередь, со стороны заказчиков, были ли у вас какие-то схожие ситуации в сборе информации, выявлялось ли что-то такое, или атаковали ли вас схожим образом, ну и насколько вот такие телеметрийные показатели, телеметрию вы считаете полезной для своей работы. Владимир, если можно, тебе слово. Да, в рамках своей работы мы иногда встречаемся с подобными ситуациями. Зачастую это как раз, да, использование скомпрометированных почтовых сервисов для рассылки фишинга. И здесь разбор таких кейсов, он, так сказать, оформлен дополнительными сложностями, потому что зачастую именно то, что это подтвержденный чей-то почтовый адрес, возможно, даже рассылка, с которого осуществляется по адресам, которые уже были
в почтовом обмене этого человека, у кого увели почтовый ящик. То есть он, грубо говоря, может направить письмо с вредоносным вложением операционисту, который будет реально этого ожидать, потому что когда-то, в какой-то момент, он уже взаимодействовал с этим человеком или клиентскому менеджеру. И выявляя это за счет той же песочницы, мы можем эту парировать атаку со своей стороны, но мы не можем ее прекратить, потому что выйти на связь, грубо говоря, с организацией, в которой выявлен этот факт, как минимум затруднительно, а зачастую почти невозможно. И здесь нам остается, грубо говоря, если мы сами по себе, то мы можем только гадать, следить за этим адресом и наблюдать, не пришлет ли он нам что-нибудь такое, что пролетит мимо нашей песочницы, а менеджер, который работает с этим клиентом, его с удовольствием откроет. И вот как раз в этом участии в СОПКе и видится дополнительная ценность, что мы, передавая дополнительную информацию об этом кейсе, не просто рапортую, что мы зафиксировали очередной фишинг, вот хэши, вот IP, вот куда прислали, но и дополняет информацию, что да, мы проверили, это реальные адреса такой-то организации, просим оказать содействие, чем можете, что называется. И это помогает гораздо быстрее минимизировать наши потенциальные риски, которые мы можем получить в будущем. Да, понятно. Алексей Мартынцев, ты хотел тоже поделиться какими-то кусками ваших историй? Да, мы периодически с таким сталкиваемся, когда взламывают наших партнеров или наших потенциальных клиентов, или интеграторов, с кем мы работаем. И со стороны этих интеграторов, партнеров, клиентов, соответственно, происходят фишинговые атаки. Ну, прежде всего, конечно же, надо внедрять корректирующие меры. Это бороться с, скажем так, с причиной, почему потенциально это может дойти до какого-то негативного результата. Я говорю про низкую осведомленность пользователей. Поэтому прежде всего, у нас есть программа комплексная, она проводится каждый год по повышению осведомленности. Она проводится в разных формах, как в форме вот такого рода собрания, когда мы рассказываем, что такое информационная безопасность, разные бюллетени. Есть фишинговая система, которая позволяет моделировать фишинговые рассылки на разные темы для разных категорий пользователей и смотреть, соответственно, статистику, как они реагируют. И для тех, кто не проходит, повторно это делать. Но все-таки, когда это случилось, то наша задача, я считаю, номер один, это проинформировать. Проинформировать госсопку и проинформировать ту, скажем так, пострадавшую сторону, с которой уже идет атака. Мы такое встречали в рамках даже VIP-клуба, когда некоторые организации подвергались атаке и по другим крупным промышленным компаниям, в том числе по нам, велась фишинговая рассылка. Прежде всего мы, соответственно, созвонили со службой информационной безопасности, предупредили их о том, что есть такая проблема. Ну и, конечно, передаем информацию в госсопку. У нас, слава богу, пока такого не было или вообще не было. Но если будет, то я считаю, что тут возможно два, по сути, канала допущения этой проблемы. Первое – это слабый пользователь, то есть, скорее всего, с помощью фишинга или учетку. И наша задача выявить, как ее увели, и, соответственно, принять необходимые меры. И второй момент – это взлом почтовой системы. Поэтому тут надо, соответственно, принимать необходимые меры для того, чтобы этот взлом не допускать. Вот вкратце так. Да, Владимир, я тоже чуть дополню. Действительно, вот вначале отметили коллеги, что очень важным является фактором достучаться. К сожалению, я там лет 5 тому назад рассказывал, что безопасники об инцидентах любят узнавать тремя способами. Там вот самостоятельно нашли, друг сказал, и из СМИ узнали о том, что у них инцидент. К сожалению, 2021 год вот эти безопасники, которые из СМИ любят об инциденте узнавать, все еще существуют. Но благодаря вот этому информационному обмену, который существует, благодаря тому, что постоянно устанавливаются контакты, связи, и ты нарабатываешь быстрые интерфейсы взаимодействия, таких кейсов и инцидентов становится меньше. Но, тем не менее, все равно очень мучительно больно, когда ты там узнаешь об инциденте, пытаешься достучаться, сказать, что коллеги, смотрите, вы там атакуете, у вас инцидент, необходимо реагировать так-то, так-то, не находишь правильных каналов, а потом, ну, там, это выходит широко в паблик, когда там какой-нибудь англоязычный ресерчер начинает то же самое публиковать на весь мир там в Твиттере. Вот. Это вот
то, к чему хотелось бы прийти в идеальном мире, для того, чтобы вот этих безопасников, которые хотят узнавать об инцидентах из СМИ, стало как можно меньше, и вот эти вот 50% плавно перетекли в пункт С. Или какой-нибудь российский блогер начинает рассказывать журналистам о том, что произошло с компанией. Таких историй тоже хватает. Сергей, хотелось бы взять из-под капота. Вот для нас всех кажется, что мы отдаем информацию в НКЦКИ, и дальше что-то происходит. И происходит что-то положительное, хорошее. Как это для вас выглядит, насколько действительно реагируют на такие информацию, насколько получается эту телеметрию как-то во благо применять? Знаете, вот все вот эти последние годы мы вместе с вами выстраивали у себя процессы, которые бы нам позволили из этой информации, вот из этой, как вы назвали, Владимир, телеметрии, да, извлекать пользу, пользу для всех участников. И мы с некоторого момента времени начали просить присылать, вот как сказал Владимир, да, то, что не жалко, что называется. Ну, пришел фишинг, ну, что в нем там вот конфиденциального? Пришлите нам это письмо. Оно и так у вас уже попало там во все спам-базы. Что мы из этого делаем? Запускается процесс разбора. А откуда пришло? А с чем пришло? Дальше идет раскладка, по сути дела, а пришло со скомпрометированного, возможно, узла, да? То есть присланная вами информация на самом деле позволяет не только оповестить всех участников о существующей угрозе, о том, что есть такая рассылка, да, о том, что какие методы, тактики, техники там используются в рамках этой рассылки. А надо сказать, к сожалению, вынужден констатировать, что сейчас способы составления этих писем достигли уже, ну, я не скажу там совсем совершенства, но это обычная деловая переписка. Нет никаких подозрений, что пришло что-то совсем левое. Вот. Мы вот этот вот обмен, который существует с рядом из участников, с теми, кто действительно захотел стать вот частью системы, он позволяет выявлять компрометацию. Компрометацию других участников, других даже не участников. У нас многие узнают от нас о том, что они скомпрометированы. Скомпрометированы разным путем. Либо взлом сервера, фактически полностью начинается рассылка, либо компрометация непосредственно там конкретного почтового ящика, конкретной учетной записи. Это если мы говорим только конкретно о рассылках. Но бывают случаи, когда мы идем и дальше и выявляем компрометацию системы изнутри, то есть когда система скомпрометирована, а вот эта вот рассылка являлась уже последствием, попыткой использовать скомпрометированную систему как, ну, дальнейший шаг, что ли, я не знаю, там хост для дальнейшего другого захвата, а куда еще дальше посмотреть. И вот этот вот кропотливый труд наших специалистов, это не просто принял, там забыл, у себя поставил галочку, нет такого. Да, безусловно, есть работа в рамках нашей правовой базы, она, безусловно, ведется. Но в первую очередь, еще раз повторюсь, эта работа направлена на то, чтобы вскрыть угрозу в целом, для кого она существует, на кого она направлена, и вскрыть возможный признак компьютерного инцидента. Не являлась ли вот присланная нами информация последствием наступления компьютерного инцидента у кого-то из участников. И, безусловно, запустить дальнейший процесс оповещения и ликвидации последствий уже этих компьютерных инцидентов. Да, Сергей, есть вопрос, который, мне кажется, имеет смысл обсудить. Я на него ответ сам знаю, но, наверное, неправильно будет мне его озвучивать. Насколько полезна для НКЦКИ информация об источниках DDoS-атак? Что с ней, с этой информацией происходит после получения? Значит, опять-таки, для DDoS-атак выстроен отдельный процесс по этой информации, ее обработки и работы с этой информацией. Значит, начну с цели, как обычно. А для чего это все надо? То есть DDoS-атака сама по себе, она может нанести ущерб, безусловно, этому ресурсу. Но раз ресурс об этом уже сообщил, владелец ресурса о том, что на него идет эта DDoS-атака, ну, либо он с ней успешно справился, существуют, слава богу, те или иные уже средства, там методы работы, да, с этой вредоносной активностью. Для нас, как агрегатора вот этой информации, важно понимать вот та самая телеметрия, да, а откуда эта DDoS-атака исходила. То есть не просто так же она идет откуда-то. Как правило, это обширные бот-сети. Направление этой информации позволяет нам убивать этих ботов. По сути дела, лишать злоумышленников инфраструктуры,
нанесение этой инфраструктуры, с которой эта DDoS-атака осуществляется. Одна организация справилась, другая вот ровно с такой же DDoS-атакой справиться не может. И, соответственно, опять-таки, бот либо захвачен, это уже признак компьютерного инцидента на объекте, и это позволяет нам дойти до конечного объекта и устранить, уже там ликвидировать последствия этого компьютерного инцидента. Либо, если мы говорим о зарубежных каких-то ресурсах, то эту информацию мы направляем нашим партнерам с той стороны и позволяет это просто-напросто прекратить вредоносную активность. Поэтому вот с точки зрения DDoS-атаки здесь особенность. Важно для нас не просто сообщить, что DDoS-атака была. Нам важно сообщить, с каких IP-адресов эта DDoS-атака была, с какими параметрами она была, какого типа была. То есть собрать некую телеметрию, которая позволит нам обоснованно сказать той стороне, которую мы направляем, что с ее ресурсов идет вредоносная активность, обоснованно сказать, что да, вы атакуете, да, вы являетесь источником вредоносной активности, будьте любезны прекратить эту вредоносную активность. Да, спасибо. У нас просто был в этом месяце свой опыт действия, касался он ботнета Мерис. И как раз, ну там, может, кто-то читал у нас на Хабре или в новостях, получилась у ребят спецоперация. 40 тысяч узлов нам удалось выхватить из контроля злоумышленников. Ну и когда мы эту информацию дали в НКЦК, начало подсыхать. То есть как-то это озеро потенциальных бот-клиентов стало потихоньку сохнуть. И это, в общем, был действительно очень приятный момент, ну, там, для нашего. Вот это тот самый практический пример, я бы сказал, да, нашего совместного, нашей совместной работы. Не просто информация об атаке, а DDoS, который мы узнали все, собственно, из новостей. Это та самая первичная информация, вот та самая телеметрия об источниках, которые просто-напросто удалось перекрыть, вылечить вот эти вот зараженные хосты. Угу. Примите ли вы от вендора по ИБ готовые инструкции по обнаружению и ликвидации инцидента? От неназванного вендора по ИБ. Если придет анонимка с рекомендациями, как настроить средства защиты для того, чтобы заблокировать атаку. Ну, мы открыты с точки... Вот понимаете вопрос, а что значит принято? То есть мы открыты к любой информации, мы сами учимся. Если эти рекомендации, которые кто-то там рекомендует и считает необходимым донести до широких масс, они действительно под собой содержат основания, практическое основание, мы готовы обработать, изучить. Ну, после этого посмотрим, насколько действительно эти рекомендации стоит выносить. Угу. Спасибо. Есть важный, мне кажется, вопрос в текущей нашей дискуссии, хотя он такой, мне кажется, достаточно сложный. Определение в НКЦКИ факта компрометации системы объекта КИИ будет ли поводом для внеплановой проверки у субъекта? У нас госрегулирование, мы проверками занимается СТЭК. Поэтому все определено законом. В данном случае все основания для внеплановых проверок, они прописаны в 187-м законе. Да, спасибо. Ну что, предлагаю двинуться дальше. Вот Алексей Мартынцев, ты сказал, что есть опыт именно взаимодействия при реагировании совместного с НКТК, если можешь вот этой темы коснуться подробнее, потому что действительно, ну, сбор телеметрии — это одна история, другое дело, когда приходится вместе расследовать инцидент, ну, и проводить реагирование, анализ. Ну, я, наверное, расскажу о том, что у нас вот последние 3 месяца очень часто происходит, практически, не знаю, через день. Атака совершается не на нас, а совершается на наших подрядчиков, на тех, кто участвует в тендерных процедурах. В частности, создаются фейковые ресурсы, всякие площадки для открытых конкурсов под видом норникеля и так далее. И задача — привлечь туда максимальное количество наших подрядчиков для того, чтобы с них, а, получить информацию, и, б, получить какое-то залоговое обеспечение. И потом эти ресурсы резко как-то пропадают. Вот я считаю, что вот конкретно в этом инциденте, в этой ситуации без НКЦКИ просто не справится. Мы, во-первых, отслеживаем такие попытки атак на наших клиентов, на наших подрядчиков. Во-вторых, когда выявляем такие ресурсы, мы оповещаем НКЦКИ, и НКЦКИ их разделегирует. Вот, на мой взгляд, это самый яркий пример того, что без участия регулятора мы ничего сделать не сможем. Да. Это ответ на один из вопросов в чате. Какие полномочия есть по предотвращению атак на уровне провайдеров и регистраторов? Поэтому, наверное, видимо, можем сразу опустить. Леша Новиков, а ты своим опытом готов поделиться? Да, у нас тоже есть такой определенный опыт взаимодействия. И в первую очередь хотелось бы акцентировать, на чем внимание. Да, безусловно, очень важно
обмениваться, ну, там, индикаторами компрометации. Это очень быстрая, понятная техническая мера. Но если мы говорим о каких-то сложных продвинутых атаках и вызванных ими инцидентах, то зачастую злоумышленники действительно понимают, что их будут в первую очередь искать по индикаторам. И выявить похожие инциденты и, ну, грубо говоря, правильно их локализовать можно только если происходит обмен информацией уже о более высокоуровневых сущностях, о техниках, тактиках, о конкретных инструментариях, которые используются во время атаки, о там последовательности использования этого инструментария. И у нас были примеры успешного взаимодействия именно по данным вопросам, когда мы видим что-то новое, появилась новая уязвимость. К сожалению, 2021 год был очень богат на большое количество разных вкусных для злоумышленников уязвимостей. И вот дальше, что происходило в информационных системах после эксплуатации этих уязвимостей, какой инструментарий, как закреплялись, особенно первые часы, когда начинались именно массовые атаки, это был очень важный обмен этой информацией. И самое главное, еще и возможность взаимно друг другу помочь, потому что от НКЦКИ можно было получить дополнительную информацию, а в то же время мы вместе с ними, ну, там, реагировали на определенные инциденты. И именно вот этот вот обмен знаниями технических специалистов, он, безусловно, очень важен, потому что ну, только вместе, как уже много раз говорили, там и на пленарной дискуссии, только вместе мы сможем противостоять текущим злоумышленникам. Спасибо. Я, наверное, от себя немножко дополню. У нас была очень длинная, ну, опыт совместно вообще, в принципе, достаточно долгий. Мы, по-моему, вторыми подписали соглашение среди корпоративных центров. У нас была длинная спецоперация, полуторалетняя, где, по-моему, переплетено было все. Был опыт, когда мы индикаторы при помощи коллеги могли использовать для выявления признаков компрометации других объектов. Была работа команд реагирования по анализу вредоносного ПО, по анализу техник-тактик. Были совместные работы уже, собственно, по самой ликвидации последствий и вычистке инфраструктур. И это, конечно, такая очень живая история. Она, ну, там, она, в общем, в некотором смысле и в СМИ попала. Ну, и те, кто являются частью госсобки, надеюсь, здесь таких большинство, получали более подробный отчет про структуру атаки. И, конечно, это такой довольно уникальный для нас, в том числе, был опыт по взаимодействию и по такой большой работе, которая коснулась и органов государственной власти, и IT-подрядчиков, и самых разных векторов, которые необходимо было предотвратить для того, чтобы злоумышленников из инфраструктуры выгнать. Наверное, предложил бы поучаствовать во втором опросе. Он такой, скорее, попытка понять, поменяла ли наша дискуссия что-то в головах участников. Вот. Если можно, давайте тогда мы вовлечем вас в ответы на вопросы. Вот. Сергей, вот мы довольно много говорили по поводу того, что мы на сцене все единодушно готовы обмениваться информацией. Люди в зале, как мы знаем, и за пределами зала 50% из них точно информацию никакую давать не хотят. Отправил и забыл. А вот от вас, как от НКЦКИ, какой запрос вообще к участникам обмена, какая информация нужна, насколько быстро? Вот, что вы ждете от нас, как от отрасли, как от, не знаю, участников экосистемы госсобка для того, чтобы это все работало эффективно? Ну, об этом уже достаточно много раз говорилось. Безусловно, есть вещи, которые определены нормативно. От этого мы никуда не денемся. Это вся информация о компьютерных инцидентах. С технической точки зрения, если мы вот начинаем с компьютерных инцидентов, нас интересует не просто, что у вас инцидент там произошел, справились вы или нет. Нас интересует, вот, а что вы выяснили в ходе этого инцидента. Вот те самые тактики, техники, процедуры злоумышленников и ОКИ. Для чего это нам надо? Для того, чтобы обогатить всю базу знаний госсобка в целом. Для того, чтобы тем опытом, который получили вы, те знания, которые приобрели вы в ходе реагирования на компьютерный инцидент, смогли воспользоваться ваши коллеги, другие участники, те, кто с этим не сталкивался. Для того, чтобы они могли не просто посмотреть, а вот она там новая какая-то там процедура, да, вот новый вектор проникновения, я не знаю, там новый ИОК пришел, а для того, чтобы они смогли посмотреть, а вот с этим, с тем, с чем вы справились, может ли справиться их система защиты? А не надо ли им что-то подкрутить там, да, подшаманить в их системе защиты? То есть
Вот то знание, которое вы приобретаете в ходе реагирования на компьютерный инцидент, тот опыт, который вы приобретаете, им надо делиться для того, чтобы вместе, да, стать сильнее. Вот тот самый коллективный иммунитет, о котором говорят последние 2 года, к сожалению, не только в области ИБ, но вот эта вот формулировка, она становится все более и более актуальной для всех нас. Потому что одному вот быть компетентным и смотреть и видеть все, ну, абсолютно, я считаю, ну, невозможно. Это очень просто на самом деле ресурсно затратно. Это что касается компьютерных инцидентов. Есть очень много, слава богу, вещей, там, атак, которые не приводят к компьютерным инцидентам. Но эта информация о компьютерной атаке, как я уже говорил, да, в ходе нашей дискуссии, позволяет на самом деле выявить признаки компьютерных инцидентов у других участников. Поэтому мы ждем и эту информацию. Мы ждем информацию о компьютерных атаках. И эта информация уже начали делиться, это там порядка 50-60 участников, которые осознали пользу от этого, потому что эти же самые участники получают информацию о возможных признаках компрометации, возможных признаках компьютерных инцидентов у себя, вот после того, как мы обработаем, проанализируем эту информацию от других участников. Мы ждем эту информацию просто о компьютерных атаках, о DDoS-атаках, о просто о рассылках фишинговых, вредоносных, о рассылках вредоносного программного обеспечения, которое к вам приходит. Потому что эта информация также поможет другим. То есть вот та самая телеметрия, Владимир, о которой мы говорили, вот поделиться, на наш взгляд, ей, ну, не жалко. В ней не содержится никакой ограничительной пометки, да, никакой конфиденциальной информации. Это та самая вот открытая информация. Вырежьте, даже если есть в этом там письме, в этом куске трафика что-то такое, что вы считаете неприемлемым для вас, вырежьте вы это. Отправьте только вот телеметрическую информацию нам, мы ее обработаем и применим по назначению. Тем самым вы поможете просто-напросто другим участникам. Хорошо, спасибо. Тут еще есть 2 вопроса, точнее 3 вопроса. Начну, наверное, с вопроса с Алексея Мартынцева. Норникель только собирает информацию об атаках своих дочерних юрлиц или в том числе оказывает им услугу полноценного мониторинга, видимо, для контекста, собственно, рассказа. Как у вас это устроено? Это вы агрегируете просто информацию по атакам или дочки под вашим же контуром вашего сока? Я бы сказал так, что у нас есть служба информационной безопасности в дочерних обществах, но, тем не менее, у нас есть выстроенная централизованная функция информационной безопасности. И мы предоставляем, у нас, во-первых, есть лицензии, если вопрос к этому. Мы оказываем услуги не только сока для своих дочерних обществ, но и, в принципе, услуги по эксплуатации систем безопасности, по внедрению процессов и поддержанию процессов информационной безопасности. Поэтому, условно, мы, вот Департамент защиты информации, Григорьев, директор, который тут сидел, это единая вертикаль власти по информационной безопасности. Мы оказываем полностью все под ключ для всех, кто называется дочерними обществами Норникеля. Да, понятно, спасибо. Есть вопрос, почему ФСБ России не сделает свою открытую threat intelligence на базе тех данных, которые накапливает? Ну, мне кажется, я не буду Сергея как-то это просто делегировать. Как-то, ну, все понятно, как-то, коллеги, подключите госсопки, вы получите информацию threat intelligence, которую накапливает госсопка. Мы и призываем, собственно, всех. Да. Вот она, это та самая база знаний. База знаний НКЦКИ. Да. Наполняйте ее все вместе. Все участвуйте в ее наполнении. Ну, и есть еще пара вопросов. Предлагаю тогда убрать их в офлайн. И если мы передадим их, собственно, коллегам, которые подавали. Если они будут готовы, они ответят об этом уже, ну, там, в дальнейшем в повестке. Ну, и, наверное, давайте посмотрим на статистику еще раз. Хочется понять, час нашего разговора как-то повлиял ли на мнение. Ну, я бы сказал, что 22,9% инструмента оповещения все отрасли киберугрозах – это уже неплохая статистика. Надеюсь, что, Сергей, она через год-полтора превратится уже в общую по всем подключенным к организациям, а не только по участникам форума. Как я сказал вначале, мы видим положительную динамику. Единственное, что у нас темпы ее не очень-то устраивает. Хотелось бы быстрее. Да, понятно. Хорошо, тогда передам слово Сергею Карелову. Всем остальным участникам дискуссии спасибо. Сейчас от НКЦКИ будет некоторая речь. Да, коллеги, значит, ну, завершая нашу дискуссию, хотелось бы ее завершить, подытожить следующую мысль. Да? Вот государственная система обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак. Одно из ключевых слов вот в этом словосочетании – это слово «система».
Если посмотреть на там, учебники по системному анализу, да, то есть, собственно, одно из свойств, присущая системе, сложная система, да, мы все говорим, что наша система сложная, она состоит из ее элементов, она может существовать и существует более чем в одном состоянии, то одно из ключевых свойств сложных систем – это свойство эмерджентности. Оно заключается в том, что совокупность свойств, вот совокупное свойство системы в целом, совокупное свойство ее элементов этой системы в целом, оно больше, чем сумма просто свойств элементов, отдельно взятых в целом. Поэтому мы стремимся и всех вас призываем, вот для чего эта дискуссия была, на что она была направлена, стать полноценным, полноправным элементом этой системы. За последние годы, за последние несколько лет, собственно, всеми нами была проделана достаточно большая работа по выстраиванию процессов, как у лично у каждого, да, в организации. Мы надеемся, по крайней мере, на это, что выстроены процессы по обнаружению, предупреждению, ликвидации последствий компьютерных атак, так и процессы по выявлению угроз в целом в рамках вот этой вот системы, государственной системы, государственной по ее масштабам. Вот объем присутствующих участников на СОК-форуме тоже говорит об интересе к этой тематике. По крайней мере, люди в конце года научились ходить, но нет, не в баню, да, накануне Нового года, научились ходить на СОК-форум, где имеют возможность общаться, обмениваться мнениями, каким-то образом получать новые знания, обмениваться опытом. И мы, собственно, надеемся на то, что все это проходит с пользой. Как я уже говорил, мы видим, что с каждым годом все больше и больше организаций хотят стать участниками этой системы, именно полноправными участниками, а не просто вот, взаимодействовать, направляя эту информацию. И в основе нашей системы, нашей совместной системы, лежит принцип взаимного обмена. Эффективность работы этой системы, она зависит от того, насколько активно участники будут делиться друг с другом всей необходимой информацией.